Ого! 8 месяцев назад! Ого! Всем привет! С вами Анималик. Это я, если чё. Сегодня у нас очень серьезное видео. Эта история началась буквально сегодня. Я сидел на кровати, буквально вот на этой кровати. Я сидел на кровати и считал свои деньги с монетизации моего ТикТока. И вдруг на мою асику приходит 1000 сообщений. Анималик, когда фит с Котусом? Когда фит с Пьюком? Когда мы с тобой уже будем встречаться? Окей, сейчас я все объясню. А для начала я прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Потому что я очень хочу, чтобы ты это сделал. А если тебе видос не понравится, то поставь дизлайк. Ровно 8 месяцев назад такой ютубер по совместительству битмейкер набирает свою первую 1000 подписчиков. Итак, давайте смотреть объективно. Котус, 12 лет, 11 тысяч подписчиков. Ну, красава просто. Красавчик, молодец. И Никита, 16 лет, 450 подписчиков. Лошара, ну, согласитесь, лошара полный. Обидно ли мне? Ну, я даже не знаю. И в честь такой круглой цифры он выкладывает ролик, в котором он объявляет конкурс на фит с ним. Суть заключалась в том, что он давал трекаут двух треков, и из них надо было что-нибудь сделать. Фит или же ремикс. Ну это в принципе все, что можно было с ним сделать. Позже он выкладывает видео с итогами, в котором я, на минуточку, победил и занял почетное первое место. Но я больше всего сомневаюсь, что я победил просто из-за случайности. Просто потому что Котусу было не из чего выбирать. Потому что большинство треков там были вот такие. Эта гитара такая крутая, словно как будто я взлетаю. И сразу же в этот же день он мне пишет и говорит: чувак, ты выиграл. Я такой: нихуя, блядь. Серьезно? Я был в шоке. И просто озадачен данной ситуации. После чего мы начали короткий диалог, в котором я ему скинул, как мне на тот момент показалось, хороший бит и демку. Уже тогда началось это. Игнор, прочитал и не ответил. Мне это очень раздражало, и так это тянулось неделю, две, месяц, лето прошло, три месяца. Потом я забил, так как я вижу, что сам Котус не горит желание записать совместную работу, совместный трек. Я ему говорю, мол, Костя, если ты не хочешь записать совместный трек, типа просто скажи. Я хочу с тобой записать трек. Обидно ли мне? Я даже не знаю. Распространяйте хэштег Котус GoFit с анимальником. Вот. И я пошел дальше считать свои деньги с ТикТока, потому что их очень много пришло. Я думал, несколько тысяч, я пошел считать. Жмыхни меня. Ты должен свою смерть принять. Жмыхни меня. Я возражусь из пепла огня. Жмыхни меня. Ты должен свою смерть принять. Жмыхни меня. Я возражусь из пепла огня. Повторяется, то есть нет разнообразия. Следующий это аниме Нир. Погнали. Нихуя себе, блядь. Такой шедевр я давно не слышал. Это просто капец. Охренеть. Аниме Ник. Работа
очень-очень классная. Мне очень понравилось, честно. Ты реально сделал классный ремикс на гитарный трек. Ремикс похож на стиль электрохаус, но вот если это... То есть это... Мне кажется, что для электрохауса чуть-чуть он суховат. То есть для электрохауса нужны больше...